Сергей, ты обслужил нашу девочку? Так, отлично, давайте. Здравствуйте, чего желаете? Пишем. Здравствуйте, чего желаете? Надеюсь, сейчас вам девочка ответит. Давайте не будем. Да, что ж такое? От нас опять убежали. Опа, вернулись опять. И опять пишем. И опять уйдет. Здравствуйте, чего желаете? Можете мне ответить? Так, смотрит на меня свысока прям. Я тебя повелеваю. Принеси мне обед, тортик, чай. Пожар. Вас один на нас, проходите в первую комнату ожиданий. С вас один на нас, проходите в первую комнату ожиданий. Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами снова Капсон. И сегодня я играю на сервере BoomCraft, где я приобрел несколько друзей, которые будут помогать мне работать в ресторане. Да, я построил дом и сделал там ресторан. Ну что же, давайте оденемся в нашу униформу, как сказать, да. Вот, давайте снимем нашу нормальную одежку и оденем нашу униформочку. Давайте, наш друг Сергей тоже одевает униформу. И давайте сначала покажем наш домик. В общем-то, здесь у нас все, что нужно для варки. Здесь у нас, он уже первый покупатель, да? Он ушел, давайте же покажем. Вот наши доходы, да, их очень много, ценностей, тут всякие орудия, зелень, блоки, не блоки тоже. Здесь наша униформа стоит, да. Здесь, смотрите, у нас растут корусы. Очень даже красивенько такой садик. В общем-то, здесь у нас рычаги, да, они открывают наши двери во все наши комнаты ожидания. Туда я прихожу и даю вещи. Так, давайте, здесь у нас автопечка, я немножко отвлекся. Мой меч фирменный, меч Капсон Фит, да? В общем-то, у нас здесь фермочка, уже здесь что-то созрело. Конечно, мы сегодня не на ферме зарабатываем, а магазин при спауне. Так, вот у нас и арбузики наши созрели. Пшеничка. Давайте посадим ее обратно. Вот у нас тростник. В общем-то, этим я и занимаюсь, когда не снимаю видео. Может быть, у некоторых был вопрос, да, во что ты играешь, да. Пока ты не снимаешь видео, вообще я ленюсь очень записывать видео. Мне так лень это все нажать на одну кнопочку. Там у нас веранда, которая не доделана, так что ее даже нечего показывать.
Так, в общем-то, вот еще арбузики к нам прибавляются. Да, представляете, чувак набрал 25 алмазов. Здесь просто есть автошахта, которая... вот, сейчас Сергей наш исправит неправильную цену. Отлично. 21 алмаз, да, вот. В общем-то, вы могли заметить здесь арку. Также давайте вам покажу сам. Здесь у нас недоделано, извините, что... Короче, там есть дальше, да, смотрите. Но здесь не запривачено. Это такое просто... И, кстати, ребят, в конце видео я скажу пароль, который вы сможете сказать мне, и я вам дам бесплатный, бесплатный тортик, ребята. Круто? Круто. На этом сервере. Вот у нас тут все написано, много тут чего написано. Шеф-ресторан Капсом Пиццу, шеф-ресторан Дэн Киллер, замшефа Сергей. Вот он наш Сергей. Приветствую вас в моем скромном ресторане под названием Криперок. Да, ребята, он называется Криперок. 5 хорусов, 3 алмаза, внимание, энергетика, алкоголь мы продаем лицам старше 18 лет. Да, здесь есть алкоголь, чай горячий, 2 алмаза, водка, зелье отравления, 15 алмазов. А энергетик монстр, это зелье силы на 8 минут, 30 алмазов, ребята. А еще приобретайте в нашем ресторане всего за 1 алмаз, зелье в ассортименте, тортик 4 алмаза, очарованное яблоко, 90 алмазов, оно очень дорогое. Если вы хотите чего-то другого, то обращайтесь к шефу, то есть ко мне, или же к Сергею. Обед стоит 3 жареных картошки, плюс хлеб, плюс выпивка в ассортименте. 5 алмазов. Золотое яблоко. 30 алмазов. Здесь печенье. Тут, в общем-то, давай. Приглашай всех. Всех. Приглашай всех по очереди. Приглашай всех. В общем-то, у нас здесь еще книга отзывов о ресторане. Здесь у нас, я извиняюсь, кидают наши алмазы, денежки. Давайте возьмем еду какую-нибудь себе. Давай. Все на... Криперок. Тире... Отличный ресторан. Тире ведется с съемка. Тут у меня твердого знака нет. Ведется съемка. Вы можете попасть на видео. Итак, у нас, смотрите, сразу пришло 2 человека, и на им пишем: здравствуйте, чего желаете? Чего желаете? Так, отлично, у нас сейчас выберут, надеюсь, заказ. Выбирайте заказ. Отлично. Так, мы тут постоим, как будто бы лопатой так. По сковороде. Отлично, сейчас нас закажут. Надеюсь, обед. Вам обед. И чай зачарованное яблоко. Отлично! С вас! 92! Алмаза. Круто. Вот это. О-о-о. Проходите в первую комнату ожиданий. Первую комнату ожиданий. Так, давай, давай. Ну, проходи.
хотите. Я его обслужу. Ты займись девчонкой. Так, отлично, у нас сыпятся наши алмазики. Уже 64. Так, уже 74. Так, сейчас. 92 алмаза, 92 алмаза. 80. 90. Ну, в общем-то, здесь перебавили. А переходите в первую комнату. Вот, так, отлично. Вы зашли, отлично, все. Теперь... получайте ваш заказ. Смотрите, как мы хорошо выдаем наши заказики, и все вылетает туда. Подпрыгните. Подпрыгни. Все. Отлично. Наш доход. А, вот я реально балдею от такого. Так, пишем быстренько. Давай. Так, отлично. Вот. С ним обменяйся пока что. А я пока... Здравствуйте, чего желаете? У нас Тедди Го, наш новый покупатель. Давайте, вот что он выберет. Пусть он пройдет у нас. Наш Ноти. Только лосос. Любую. Так. Ждем. Кидай. Так, мне так непривычно заглядывать. О, еще. Ничего себе, сколько тут еще алмазов. Вот наши 5 алмазов. Да, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Надеюсь, вам понравилось, как мы работаем. Я думаю, реально заслуживает лайка. Да, всем пока. Пока-пока. Удачки.